Сезон дорожных работ подходит к концу, а ремонт улицы энтузиастов ее жители так и не дождались. Нормального асфальта здесь не было отродясь, но в последнее время ямы стали глубже. Электросеть проводила земляные работы, за собой закопали, но дорогу не восстановили. А дожди завершили превращение. Движение по улице энтузиастов раньше не было особо интенсивным. Ездили только жители нескольких близлежащих домов. Но в последнее время этот путь облюбовали водители большегрузов из индустриального парка Иваново. Как альтернативу улице Мира, разбитой еще больше. Они эту дорогу этими фурами разбили, теперь начали ездить по улице энтузиастов. То есть та дорога, если вы просто для интереса посмотрите, там вообще невозможно проехать. Соответственно, по параллельной дороге они все здесь ездят. Добили эту дорогу до конца, и никому до этого дела нет. Местные жители переживают, эта дорога – единственный путь к их домам. Объезд был, но соседи самовольно его перегородили. Это буквально вот в июле месяце у нас, и я так думаю, что это жители вот этих трехэтажек. Подразумевалось, конечно, что людям нужны дополнительные парковочные места, вот все. Я так думаю. Потому что они сейчас здесь вечером все заставлено перед этой лужей, с этой стороны и с этой стороны. Теперь либо по ямам, либо никак. Многие выбирают второй вариант. Пострадать от разбитой дороги могут не только автомобили. Ну не едут сюда уже не первый раз. И в прошлом году тоже так же скорая не поехала. Вызываешь, они отвечают, мы туда не поедем, там убитая дорога. Вот у меня давление, у меня криз, уже пятый раз криз. Это все уже. Я не знаю, что еще, только инсульта дожидаться. Потому что скорая просто не поедет и чего. Вот сейчас будут дожди, и они вообще не поедут сюда. Не едет скорая помощь, таксисты отказываются брать заказы. Вроде бы в городе, но в транспортной блокаде. Местные жители хотят знать, изменится ли ситуация и, главное, когда. По улице энтузиастов работы по подсыпки асфальтобетонной крошки проводились подрядной организацией управления благоустройства в июне 2015 года. С учетом образовавшихся повреждений, их устранение намечено в сентябре текущего года путем профилирования автогрейдером с добавлением инертного материала. Энтузиасты с одноименной улицы услышаны. Уже совсем скоро и подсыпят, и выровняют грейдером. Будет и на этой улице праздник. Наталья Гутарина, Анатолий Логинов, Антон Осипов, РТВ Иваново.